кровь сдал, чай выпил. Очень часто звонят, дети нуждаются в крови 2+, жизнерадостной сказали, поэтому попросили очень капельку хотя бы жизнерадостной крови. Поэтому утро начинается с очень приятного. Кстати, иголочку ввели так, что я даже не понял. Честно. Такая медсестра прям молодец вообще. Чувствуется, что опыт, как то кажут, есть. Ну, а теперь после сдачи крови заехал я в стоматологический наш институт. Сделали мне одну манипуляцию. Потом подальше объясню, расскажу, кому интересно. Потому что все позапускал с мегаактивной деятельностью. И думаю, не, надо останавливаться и поправлять. Потому что потом будут необратимые процессы. Вот же этот храм на Лузановке, еще затерпшая у меня губа после анестезии. Я рассказывал, что тут мы открываем мини-больничку. Пункт базирования скорой помощи. И я хочу пойти посмотреть, как там идет наш мини-ремонт. Плитку 40 квадратов, 4 или 5 дверей для санузла, там межкомнатные унитаз, умывальник, бойлер, смесители, ручки дверные, покрасить, светильники, какая-то мебель. И будет пункт базирования скорой помощи. Надеюсь, что это обязательно получится, что вы меня поддержите в этом, не оставите. Доброе дело, реально. И скоро здесь появится наша швидка допомога, яка буде допомагати людям. Я уверен, що вона много чого зробить і поможе. З вами був жизнерадостний дяк в теплішому місті Одесі. Просто весна. Затершим лицом після процедур з пробитою веною. Треба би скоро знімати бинти. Ну, а при этом в робочому состоянии, в жизнерадостному состоянии духа. Всіх обнімаю і до скорих встреч.